11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Отмечать его начали во Франции. И именно там, в 1995 году, был придуман такой вкусный праздник. Жители Чебоксар, впрочем, как и жители любого другого города, не прочь побаловать себя этим лакомством. В течение многих лет оно является излюбленным десертом сладкоежек разных возрастов. Бытует мнение, что первыми научились делать шоколад – ацтеки. Они называли его пищей богов и даже окрестили черным золотом. Шоколад использовался для укрепления физических сил и развития выносливости. В средние века в Европе возможность употреблять шоколад была лишь у аристократов. Лишь в начале 20 века шоколад смогли попробовать простые граждане. Конечно, я люблю шоколад, потому что он задает определенный тонус, настроение. Мы как парни дарим девушкам шоколадные изделия, допустим, те же, ну, конфеты, я не знаю. Ну да, своей девушке я дарю шоколад. Я люблю шоколад. Я не очень. Не очень, а ваш ребенок, ты любишь шоколад? Да, я люблю. Если дома есть мороженое, я могу в него добавить плитку шоколада, покрошить. Если еще ягоды, летом, как правило, это самый лучший вариант разнообразить пищу. Вот после того, как съешь шоколад, очень сильно меняется настроение. Вот прям вот как-то взбадриваешься после этого. У меня хорошее настроение после шоколада. Шоколад считается не только вкусным десертом, но и отличным средством по уходу за кожей. Его часто используют в косметических целях, в частности при шоколадном обертывании. Ученые считают, что темные сорта шоколада замедляют процессы старения и стимулируют выработку гормона счастья в организм, который способствует повышению настроения. Именно поэтому лакомиться шоколадом не только можно, но и нужно. Юлия Прокопьева, Екатерина Харитонова, Александр Петров, Республика.